Сейчас.
все, кто собирался там, на нашем принципе, всех зовем сюда к нам, потому что мы продолжим смотреть нашу программу различную, поэтому всех ждем. Trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Спасибо. Смотри, какую ты прокачала публику. Как монатик прям насобирала только вокруг себя. Сколько людей. Вот серьезный пацан, такая походка, уверенный. Начнем. Один, два. Праздник. Четыре. Пять. Праздник. Семь. Восемь. И праздник. Десять. Одиннадцать. Праздник. Пошлите. Как вас объявить? Как вас зовут? Антонина. Антонина! Готова! Давайте встретим овациями! Тоня, жги! Танцуй! Как будто никого не видишь, как будто никого не слышишь, боли. Боли меня, заколдовали меня глаза. Танцуй! Как будто никого не видишь, как будто никого не слышишь, боли. Боли меня, заколдовали меня глаза. Так, учительница у нас осталась, у вас будет один. Один. Два. Четыре. Пять. С праздником. Семь. Восемь. Девять. Спасибо. Приглашаем. Уже отдают пацанам. Все. Приготовились? Настроились, как мы еще раз вас представим? Таисия! Вот такая будет у вас музыка. Поехали! Ветер шумит негромко. О, Таисия! Листва адаптировалась под песню. Молодец, Таисия! Девчонки 16 лет. Лет 16. Сейчас будет музыка так разогреваться, Таисия. Приготовься, надо будет даже попрыгать со всем залом. Раз, два, три, поехали! Аплодисменты, Таисии, зажгла, красиво зажгла. Ну, выпустим. Пять. Семь. Восемь. Праздник. Десять. Одиннадцать. Шестьдесят. Тринадцать. Четыре. Пятнадцать. Эй! Ну, я и приготовил. Как его зовут? Андрюха. А, тем более, Андрюха. Андрюха, ты стесняшка? Не-не-не, Андрюха, все по-честному. Давайте поаплодируем. Андрюха, молодец. И Андрюха, зажигай! Ты остался один представитель сильной половины человечества. Держись, поехали, еще быстрее будет все. Поехали. Раз, два, четыре, пять, семь, восемь, девять. Опа, готовы? Как вас зовут? Виктория, я не знаю, только звукорежиссер и сам Господь Бог знает, что у вас за песня, но вам надо зажигать, смотрите, сколько на вас смотрит людей. Танцуем вместе с Викой! Поехали! Еще!
кстати, может быть случайно, может быть специально. Мы взяли совершенно разных криворожан. Я вам скажу, криворожане, какие мы все обалденные, потому что никто не запнулся, никто не сказал, да я не буду танцевать, я стесняюсь. Отдыхайте хорошо, мы вас любим, целуем, обнимаем. Давайте поаплодируем всем, кто был. У нас осталось 3 финалиста. Становитесь чуть-чуть поближе. У нас финал. Это значит, так как вот строя кратное 3 будет немножко неуместно. Мы поменяем на кратное 2. 1 с праздником. 3 с праздником. Ой, вы пьяны? Тут дело в том, что за дело образования тоже значит, вы пьяные. Поэтому, не, ну сегодня суббота. Сегодня ни один закон не запрещает там. 7. 8. Оставил двух девчонок в финале. Дайте ему подарок обязательно. Я думаю, заслуживает и книжку. У него сегодня приготовились. У нас есть песня заряжена. Он танцует. Мы все ему похлопаем. 1, 2. Уберите, пожалуйста, детей, чтобы не задоптали. 1, 2, 3. Поехали! Громче, громче музычку. Это супер, все дети растанцевались. Смотрите, у меня остались финалисты. Это фанаты, учитель биологии и учитель химии. Учитель математики и финансист. И финансист. А вы кем работаете? Экономист и учитель математики в финале. Неплохо. Я теперь попрошу, становитесь друг к другу, смотрите в глаза. Кратное 3, я по очереди отдаю микрофон, но это финал уже 3, потому что их 2. Это финал, если хоть чуть-чуть кто-то запнулся, сразу идет танцевать. Договорились? Приготовились? Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
хорошо держалась, но в финале немножко сдалась. Но танцевать обязана, как и все. Поехали! Ой, не буду врывать. Опа! Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Іду я у садочок, на інця дівлячків. На дівлячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в роти, і ти потім ням-ням. Спасибо, это было супер. Но, знаете, мы вас тоже награждаем. Есть у нас подарки, да? Есть подарки, вам по-честному два будет пряника. Но, а кто забыл за пивон вот это, скажите? Вот, забирай, забирай. Стойте, но дело в том, что люди говорят, ну как, и учитель математики в таком конкурсе. Сделайте для них подарок, станцуйте. Со всеми вместе. Да, хотите? Да! Давайте, раз! Два, три, поехали! Друзья, ну а теперь давайте поаплодируем. У нас есть фаер-шоу, которое уже готово. И позвольте мне немножко вам помочь.
Если вы хотите, чтобы ваши дети были без ожогов, забирайте их к себе поближе. Нам надо расставить. Да, сам, помогите мне, скажите, как... Вважалося в квесті, що це якийсь артефакт, що це буде якась справжня квітка, або квіт папороті, або щось, що приносить щастя. Але насправді, на наше переконання, на переконання благодійного фонду громадської ініціативи мешканців Кривбасу, справжньою квіткою, тією квіткою, яка пройшла від Федора Маршавцева крізь століття, це насправді є парк, той парк, в якому ми з вами зараз знаходимося. Парк імені Федора Маршавцева, я сподіваюся, що він вам і надалі приноситиме гарні знайомства, гарні враження, гарні весілля, гарні прогулянки і найкращі спогади. І, власне, що цікаво, зараз для вас виступатиме колектив, який в перекладі називається як «Вогняне дерево» і «Плестиме для нас вогняні квіти». Тож квітка Маршавцева зараз для вас палатиме. Большие молодцы! Огромное вам спасибо, что вы приходите сюда с большим количеством детей. Любите Кривой Рог, любите парк Маршавцева. Давайте поаплодируем. И этот подарок специально для вас, за то, что вы такие хорошие. Аплодисменты! Fire Show! Thank you.
Давайте поддержим аплодисментами такое фаер-шоу замечательное. Друзья, хороших вам весенних, и это впереди и осенних дней. Ну а прямо сейчас не забудьте за летние дни. Как один сегодня человек сказал, что лето – это кайф. Вот я хочу процитировать его и сказать вам: кайфуйте, отдыхайте, наслаждайтесь летом, пользуйтесь своим отпуском. И мы еще такую песенку включим для тех, кто еще немножко сможет и захочет потанцевать. А вообще всем говорим большое спасибо вам, ваши аплодисменты. Будьте здоровы и счастливы. Пока, это парк Вершавцева.